Привет, мои хорошие, мои дорогие девочки, мои любимые. Мы сейчас с вами посмотрим тему такую: скучает ли он по вам? И у нас будет не четыре варианта, а два. То есть мы будем отталкиваться от вопроса: скучает или не скучает. То есть да или нет у нас будет и будет только два варианта: правый и левый. И где для кого какой вопрос будет ответ, точнее, девочки, сейчас мы и посмотрим. Скучает ли он? по вам, мои дорогие, и мы гадаем на зомби Таро. У нас два варианта. Скучает и не скучает. А где, для кого, какой вариант, сами, девочки, вытянем. Первый вариант и второй вариант. Выбирайте, девочки. Давайте посмотрим, скучает ли он по вам. Мы здесь отталкиваемся не от четырех королей, мы отталкиваемся именно, девочки, от того, как он относится к вам. И мы рассматриваем скучание, тоску. Скучает, тоскует ли он по вам? Скучает и тоскует ли он по вам? Ну что, мои дорогие. А, кстати, я вот после этого гадания в сообществе, в сообществе на канале, повторю, девочки, линки, такие ссылки на на наши с вами ритуалы, но в спонсорстве. Так что, если кто-то хочет подключиться, подключайтесь, девочки. Это мы там будем, девочки, на игральных картах делать тоску любовную. Почему бы и нет? Если кто-то еще не знает, кто не подключался, подключайтесь, девочки. Это то, куда я выкладываю все свои знания, умения, навыки потихонечку в болталках, в техниках, как работать. И вот после этого гадания я сниму еще, девочки, как снимать защиту магическую с людей. Для того, чтобы ваши ритуалы срабатывали. Ну что, пока гадаем, скучает ли он по вам. Первый и второй вариант. Скучает ли он по вам? Давайте посмотрим, мои дорогие. Загадайте имя мужчины, Посмотрите на рубашку. И сейчас мы будем раздевать того, кто в этой рубашке. Ну что, начнем по традиции слева направо. Не потому, что мы так пишем, девочки, потому что слева направо, а сверху вниз. Это и магические ритуалы кое-какие делаются. И гадается на Таро тоже. Ну что, первый вариант. Скучает ли он по вам? Скучает ли он по вам? Это печаль, но сейчас мы посмотрим, какая это печаль. Сила и звезды. И двойка риска. Знаете, девочки, по чем он переживает этот мужчина? Он печа... он даже не скучает по вам, он печалится. Он печалится из-за того, что была сила, и была звезда 11 и 18 старшие арканы. Это так он вас видит. Он, знаете, как что-то недосягаемое вас видит. Что он потерял какой-то большой шанс. Это, девочки, не скучание. Это именно печаль. Давайте еще посмотрим. Скучает ли он по вам? Я потерял. Вот это гадание, вот эти четыре карты, которые вам выпали, они обозначают, что мужчина сам себе говорит, я потерял. Возможно, я потерял ее, либо я потерял какие-то шансы, или я потерял какие-то возможности. То есть что-то связанное с потерей. Возможно, девочки, то он даже потерял какие-нибудь ключи от вашей квартиры, да, или там еще что-то такое. Что-то связанное с потерей. Тут может быть все что угодно, но это э -э 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 какой-то какой знак девочки, да, это для него знак. И он, он сейчас вот в таком состоянии, когда он реально понимает на все сто процентов, что он печален от потери какой-то. Прям толкую, как можно в общем, да, для того, чтобы вы смогли это, вот этот расклад сделать подложкой для тех чувств и эмоций, которые вы испытываете и по отношению к тем действиям, которые он делает или не делает в вашу сторону. Я печаль, я все просрал, я просрал возможности, я потерял шансы какие-то, и он поэтому очень сильно печалится. Обратите внимание, да, что просто вот тут вот выпала печаль, да, а я думаю, что за, за печаль-то такая, а тут пошли три старших, три супер старших аркана, девочки, сила, смерть, звезда, вот прям, как, знаете, свобода в равенство, братство, вот прям, он, получил, он потерял огромный доступ к чему то у кого то это девочки доступ к вашему телу у кого то это он потерял те возможности которые он мог приобрести с вами или которые у него были кто то и тут могло быть и, и не особо связанная с вами потеря да, но о которой скорее всего вы узнаете спустя какое то время это может быть и потеря какого то близкого человека у него да? это, даже так проиграться но по отношению к вам, девочки, печаль у него идет. Печаль от того, что он не получил. Он, и не знаю даже, как тут сказать, да, стремился ли он к этому что-то получить по этой двойке хазардов, что выпало, да. Не пытался ли он, но то, что он просрал, то это он точно знает. Давайте посмотрим, скучает ли он по вам? И еще старший один аркан правосудия. Ну все, девочки. Этот мужчина, даже если он с вами расстался, он так дико жалеет об этом, просто до опупения, понимаете? Сказать, чтобы он возвращался к вам, а как, девочки, здесь? Тут смерть, звезда, сила и правосудие выпали, да? То есть я вам скажу, что тут будет жизнь останавливать для того, чтобы или вам там вложится много знаков каких-то в голову, либо ума девочки, да, или еще чего-то. То есть, ну, как бы пути они тут прям к вам не идут, да, у этого мужчины? Почему? Потому что прям сейчас, вот здесь и сейчас, когда вы открыли этот расклад, он говорит об одном. В эту минуту, в эти девочки, блин, часы, два часа назад, два часа вперед, он дико думал о том, что он потерял какие-то возможности. Еще один такой момент можно было означать. Если, например, вы с этим мужчиной общаетесь, к примеру, да, и он к вам идет на свидание, вот если такой бы расклад выпадал к тому, кто идет сейчас к своей девушке, он как э, заблудился, не тем путем поехал, не тем по путем пошел, да, и это реально вот сильно, очень сильно меняет его судьбу. Как бы это странно не звучало. Даже в магии мы идем, иногда, я даже советую, да, ходить на работу или еще куда-нибудь не теми путями, которыми вы привыкли, а какими-нибудь новенькими, хоть бы, хоть бы дом какой-нибудь соседский, с другой стороны, обойти, и то новая дорога получается, да, и очень сильно запутывает ту, как говорится, вашу траекторию, нахоженную. И это очень сильно мешает магам, кстати. Но тут. Он как пришел, а дверь закрыта. Постучался как не в те двери, а вроде бы похожие были. Это печаль, девочки. Печаль от упущенных возможностей. Не в то время, не в тот час что-то он делал, как-то себя вел по отношению к вам, да. И он про вот то, что он мог, вот прям ему пришло, как озарение о том, что, блин, ты, ты чувак, все просрал. Давайте еще посмотрим, скучает ли он по вам. Раз, два, три, четыре, пять старших арканов. Звезды, солнце, правосудие, смерть, сила. Это представляете, что он потерял, да? А что он чувствует? Что он чувствует? Скучает, девочки. А семерка мечей всегда обозначает слезки. Ну что, поплачь, девочки, он попла поплачет. Сказать, чтобы он смог нормально двигаться в вашу сторону, да, то тут я вам скажу так, ложите все на судьбу, да, на кон, как говорится, положите. Не стремитесь особо к нему, не особо Смотрите на то, что он действует в вашу сторону. Действует он или не действует, да? Просто, девочки, расслабьтесь. Вот просто расслабьтесь. Вот здесь та ситуация, когда на вашей стороне пять старших арканов, пять кармических арканов, которые лепят вас, вашу судьбу, да? И тут... На чем-то, а даже о чем-то бытовом, даже думать не надо. Это то же самое, что вы видите, это какой-нибудь звездопад, да, или там затмение какое-нибудь видите, да, и в это время надо созерцать на эту красоту, на то, что мир движется, да, на, на это что-то космическое, астрологическое, а в этот момент, когда звездопад или парад планет, или затмение, а вы думаете, а выключила я а выключила ли я утюг? И то же самое, девочки, вот про это гадание, да, скучает ли он по вам. А вы даже не парьтесь, скучает он по вам или не скучает. У вас проведение. Вот сейчас работает проведение. Кстати, сегодня, девочки, 15-й лунный день, день дьявола. Я обращу еще ваше внимание, что сегодня, котики мои, воскресенье. Как это так все совпало? И пять старших арканов выпало в виде пентаграммы. Хотя, девочки, потом расскажу вам, что у меня тут было интересное. что. Так, давайте еще посмотрим. Все-таки. Выключили ли вы утюг? Скучает ли он по вам, девочки? Конечно, скучает. Опять маг пошел. В вашу, в вашу судьбу, в ваше отношение с ним вмешалось проведение. Те высшие силы, которые лучше знают, как говорится, что вам надо для этой жизни. И это не просто так. Это, как, знаете, вот некоторые люди сами выбирают свой путь, да, а некоторых ведут, ведут высшие силы. Так вот, вас ведут по жизни высшие силы, да. Этот мужчина, другой мужчина, девочки, не особо важно. Важно то, что, понимаете, над, над, над вами поряд, вот ваши ангелы, можно так сказать, ваши демоны парят. да, высшие силы, они вас настолько хорошо видят, они вас настолько охраняют, что они говорят, а зачем ты сейчас задаешь нам вопрос, скучает ли он по тебе? Мы же у тебя есть, у тебя есть проведение твое шикарная шикарнейшая жизнь девочки шикарнейшая интуиция чуйка третий глаз да чтобы вы сейчас не переживали вот э Тут по этому раскладу хочется, девочки, сказать, да. Это, это даже вот мелкие гадания для вас. Скучает ли этот мужик по вам? Не скучает, это, это не для вас. Для вас это просто творение мира, для вас это философские и эзотерические науки. Про вас это целительство, шаманизм, девочки. Это все про вас. Давайте еще посмотрим. Скучает ли он по вам? И королева кубков. О, девочки. И король кубков. Он и скучает, и печалится, девочки. И если вы с ним в паре, он очень-очень сильно боится вас потерять. Боится вас потерять прям в усмерть, понимаете? Боится без вас жить этот мужчина. Если вы без пары, он бо... он все. Он считает, что он просрал, девочки, все, что мог в этой жизни. Поставил на кон, на... На... На кон все, да не на свой кон. Вот такие вот дела, мои дорогие, вот такой вот. Охрененный первый расклад. Причем это расклад даже не сколько на этого мужчину, сколько для вас. Насколько вы тут вообще, понимаете, шикарнейший расклад для шикарной женщины. Вот такой вот первый. Второй вариант. Давайте посмотрим. Скучает ли он по вам? Боже ты мой. Какой он хороший, девочки. Трое, тройка кубков. Во-первых, он скучает. Во-вторых, он ловит сновидения по вам. И вы ему снитесь, девочки. А еще это может обозначать дежавюшка. То есть он где-то видит вот кого-то со спины. Или еще он думает, что это вы. Это слежка за вами в соцсетях, девочки. Скучает ли он по вам? Вот интересно: тройка кубков и тройка мечей здесь у вас нарисовалась. Знаете, такая песня есть: Я не люблю вас и люблю. Он, он иногда ловит вспышки гнева, ревности, э ненависти даже к вам злобы такой яркой. Да? Вы, вы на нем, как на гитаре семиструнной, понимаете? Перебираете, и он звучит именно так, как вы бы захотели. Понимаете? Дерганы, девочки, он дерганы. Давайте еще посмотрим, скучает ли он по вам. Вы его чем-то так сильно зацепили, вот прям так зацепили, девочки. Вот эта карта якорения, первый э, туз, да, и колесница. Он на вас настолько э, заякорился, да, что его просто не отцепить. И вот эти вот троечки две тоже об этом говорят. Вот этот полностью расклад, я на ней как-то заякорился. Я не могу о ней не думать. Я не могу ее просто так отпустить куда-то. Но он, девочки, поступает, вот смотрите, все зависит от того, в какой вы с ним ситуации находитесь. Если он вас игнорит, я сомневаюсь, что он долго будет вас игнорить, девочки, пописывать будет, но, возможно, где-то бегать на расстоянии от вас, не, не, не приближаясь близко. Потому что вот эта вот тройка кубков, я и хочу, и боюсь. И вот так вот, понимаете, вокруг вас как будто вы в белом круге, мелом нарисовано, а он не может к вам пробиться. Ну и отбежать никуда не может. Вот как прикормленный дворовой пес, девочки ваши. Вроде бы и дома этой э, э, собаке тесно, да, и в то же время хочется погулять, и, и все равно, когда голодный, то прибегает. Если вы в отношениях с этим мужчиной, девочки, он на вас заекорился, все. Если игнорит, он все равно будет вас держать, вот прям в голове, думать о вас, следить за вами. Вы его взяли на крючок. Он висит на крючке и шевелит лапками. Давайте еще посмотрим, скучает ли он по вам. Да. А еще а, а какая подоплека вот того, что он скучает? Выпало, кстати, два колеса еще здесь интересным образом. Девочки, кто живет в доме состоящих из трех цифр, либо квартира у вас из трех цифр, этот мужчина явится на порог. Вот у кого три цифры фигурируют в номере дома, квартиры, да, если у вас еще есть и корпус, это тоже может сюда относиться, но я здесь еще с корпусами как-то так, да, слабо. Но вот вижу, как он на три цифры какие-то смотрит. Это дом или квартира. Ой, все. Что ты там еще скажешь нам? А девочки, это любовь морковь, и, и люблю, и ненавижу, и хочу быть самым сильным, и самым крутым. И сам... А вы, а смотрите, кем вы мне выпали здесь. А вы-то, дамы, еще так. Вы еще та девочки про хиндейки тут собрались. Вот кто выбрал э, правый вариант, вы просто про хиндейки. Вы можете настолько трепать мужикам нервы, да? Это выпало стерва настоящая. И девочки, он попался на вашу удочку стервозную. Причем некоторые из вас могут сказать: "Да нет, я не стерва, я не веду себя так, я вроде бы нормально себя веду, девочки". Обратите внимание, какие иногда попадаются библиотекарши. Понимаете? Вроде бы, например, очечки нацепила, хвостик сзади сделала, и она уже такая. Вроде бы, знаете простая, ну нифига, девочки, в каком бы вы образе не были, как вы ни, бы не ни думали, что вы такая простая и все остальное, тут просто настоящая серва, сервость сердцеедка, девочки. И вот просто вы ему прямо, понимаете, как по клавишам, как на гитаре им играете, гитара семиструнная, рви свои струны. Все огоньки с вас горят. Это вы его просто, понимаете, замешали как ту кашу. У него уже от вас каша в голове. И, и просто как кот мартовский вокруг вас ходит. Так что, девочки, тут, конечно, прикольный вариант. Но знаете, в чем прикол, да? Если бы вы не бередили ему его душу, он, в принципе, знаете, считает, что а, я фа-фа, все такое крутое, все могу. Любая женщина, да, для меня а эти, а как орешки щелкают любую, типа, знаете, такой знаток всего. А вы вот прямо его так водите за нас, понимаете? И он излится и, и все равно за нас идет. И девочки, прикольно, конечно. Не выйдет с вашей жизни просто так, не отпустит. И вы та огненная, понимаете, дама, вы его как на сковородке поджариваете, а он как уш на сковородке, девочки. Браво! Так и надо с ними. Все, мои дорогие, вот такое вот было гадание. Пока-пока.